В преддверии праздничных распродаж Роспотребнадзор напоминает, что товары можно вернуть, причем любая вещь, купленная по акции, подлежит обмену и возврату, так же, как и приобретенная без скидки. У покупателя есть 14 дней, чтобы вернуть покупку в магазин. Если обнаружен недостаток в приобретенной вещи или же она не подходит по размеру, то по закону о защите прав потребителей продавец обязан поменять товар на такой же или другой с перерасчетом цены. Кроме того, покупатель может вернуть деньги.